Дальше не открывается. Ты уже, Семеров, твоя разминка, Семеров, разминка снимается в прямом эфире. Я же специально напротив. Да, типа играем. Я на просто старичков смотрю, я вот вижу знакомых с радостью. Играли, да? Нет. Тут таких профи нет. Ну подходит под вечер парочка. Ну где те, которые играют нормально. Я вчера после похорон после алкоголя, сегодня не просто. Ну что, не засиживаться должен? Ну да, ясно, согласен. Так а что за команда? Молодежь? Ну мы так вот, стариковская и там на вылет. Двое молодых команд. Набор, да? Да, у нас в комплекте. У нас сейчас запасной сейчас приедет. Подходите вторник, четверг. Я знаю, мне сказал, сказали, что... ребята, да. Да и сегодня, если, самое, если нормальное состояние, то почему нет? К ребяткам зайдете, да. Нет, шпилиться будем, стараться будем. Ну здесь почти каждый день приходят и помладшие ребята, и ну, сейчас завелись немножко, опа, почти получилось. Да наверняка я знаю, потому что тут учителем работал, так всех знаю. Крупненький. Да, регбист бывший, немножко он занимался чуть-чуть. Хороший хлопчик. Собачку выгуливает постоянно. Пробегает здесь. Аут! Вчера же играли его с пацанами, вышел в баскетбол немножко тоже так. Интересно, игра, ну как. Ну мяч, какая разница, его можно самодеть за недельку, за две каждый. Это да. Каким пьяный. Кость, три, мы договорились, три команды, не больше. Но это не... Каргера все объяснил, играет три команды. И вот мы сейчас заходим. Потому что я, вначале посмотрели. Кость, ну вот Гера сразу обрисовал, что три команды, не больше. Ты вон он стоит красный. Немножко тронул. Кто это? Я сказал, я сам.
В сорке завязывается, чтоб Илья предупредил. Так, Илья, не надо вот это вот. Не брал. Где он с ребятами разомнился? Конечно. Илья, ты что кричишь? Это его мяч был. Ой-ё, блин. Ребята, вы поубивайте друг друга, осторожней. Сейчас скажу. 11-12. Я не смотрел, честно. Ну, я и перепадайте просто. Вася, разомни ребят. По команде. Так а ты останови разминку, так хватит. Им пиво пора пить. Ну сейчас Игорь приедет скоро. Не ругаемся, не ругаемся. Команда мы делали сейчас. То есть, ну, 4 бессмысленно, 3 договорились так, что 3. А потом, ну, я же звал вчера всех прийти, чтобы вчера обсудили, поговорили. То есть, вчера пришло там 4 человека. Но у меня просто было неловко. Да чего? Дим, если я приглашаю, то не вопрос неловкости. Я бы не приглашал, если бы не мог. Оригинальный прием.